Настроение-то хорошее. Настроение-то супер. Ну так, Новый год близится. Новый год. Настроение. О! Мы купили елочку и нарядили ее уже сейчас. Оп. Оп. Вот это Новый год. А почему люди смотрят? Ходят. И стоят, смотрят на нас. Мужчина, проходите, что вы встали? Женщина, вы-то что стоите? Проходите. Бабка уже скатывается с капота, ногами. Ну потому что два молодца сидят с елочкой, ну знаешь ли. Ладно, все, поехали. Поехали. Под музычку. Слышно не будет нас. Это гимн прямой линии с ВВ. Тихо. Вот это здесь молчу. Не надо. Ну, все, гоним. Я стал тайским боксом заниматься. Теперь у меня три занятия в неделю по тайскому боксу и три занятия в тренажерочке своей. Нифига. Да. То есть я с понедельника по субботу занят. Это ты на всякий случай, да? Не, у меня легкая гимнастика и йога, и все. Ты теперь магистр йода прям. И два укольчика синтола и лежишь. Так, уже это я тебе привез. Все, спасибо. Будь добр. Аплодить мне. Я поздравляю вас. Из пьяных уст. Я не буду как Путин о себя вести. Не надо, в смысле, лежать в игре и орать, несите мне шампанское. А, между прочим, у него в игре шампанское. Причем вот в этих вот, в самих. Лицом накачиваю. Ему сам, как он... Медведев, Песков. Не-не-не, Песков, да, вкачивал. Шприцом. Через усы. У него между усов шприц. Усы обливал шампанским и протыкал. И наполнялись икорочки такие, все. Фу, думаю, это последний выпуск в этом году, а потом там. Вас поздравления людям, что-нибудь выхлестни из своей ротовой полости несколько пьяных слов для них. Отпусти меня просто без поздравления. Я не знаю, что поздравить. Всем хорошего счастья, всем... Бензина побольше. Mm-hmm. Если человеку 6 лет, он сидит в ясле. Нюхать. Ну, тогда нюхать, да. Ну все? Побольше. Ну тогда... Наш канал закроют. А теперь уже наш канал закроют. Женя, слезай с колес. Тебе говорила мать, лечащий врач. Давай. Ребята, я еду за следующим. Хотел сказать наркоторговцем, драгдилером. Вот он, новый пассажир, вот они люди, которые садятся в мою машину просто так. Слушай, просто так, головен, что-то побаливает. Так, ну ребята, новый пассажир вываливает все проблемы на вас, как вы поймите. Какие проблемы? У меня проблем вообще никаких нет. Проблем ноль. Ну, ты знаешь, не служишься. Служишь в такой службе, что у меня служба, знаешь, такая, что прям вообще... Кутом сзади летят. Повезло, Сергею сейчас могли жопу разнести. Как в Москве, помнишь тогда? Нет. Так, конечно, столько пить. Так, тетка, пусти, опа. Иногда я думаю, скрежет будет, знаешь, такой... Я к этому, в принципе, готов. Когда у тебя несколько месяцев опыта, а уже, кстати, набежало полгода, знаешь. Сейчас скоро год уже будет. Да. А что у тебя нового в жизни-то? Мы, кстати, давно не виделись. Мы не виделись месяцев 6. Как у меня машина появилась. Не, ну мы месяц не виделись. Это точно. Я даже не знаю, что у тебя течет. Чего? Что ты несешь? Кого течет? Уже не течет, да? Ну нормально, ну врачи как бы сейчас. Не, как жизнь течет, как? Жизнь? Ой. Да все
все офигенско, чему сказать. Чему по моей роже не дошли? Мне все. Вот так вот, а. Да. Ну едем уже нормально, да? Блин, мы уже опоздали нахуй. Как и в твоей жизни. Все, проскочили. Как змея, видел? Это техника змеи на машине. Впервые. Научу попозже. Давай под стрелочку заедем. Там же нас не шибанут. Все. Все нормуль. Технику змеи я использую обычно в лесу. Но когда я спешу. Бензин подорожал, что ли, не понял, что ли? Ты по запаху понял, да? Да, вон цифра. Где? Нифига, мы походу последний раз едем, знаешь. Последний раз на машине. А сколько он стоил тут? 38,80. Блин, это еще скидка написана. Блин. Почти 40 литр, охренеть можно. Сейчас я думаю, кто нюхает бензин, думает, а... Кокаин дешевле, может. Поздравления. Серджио, где поздравления? Хорошее. Чтобы люди сказали, вот это он загнул, мы осмыслили жизнь. Серджио, остановись. У меня только может быть одно поздравление. О. Поздравление, ну, на Новый год. Но. В следующем Новом году каждый должен заниматься тем, что ему нравится. О. Если не нравится работа, увольняйся сюда. Все должны делать то, что ему нравится, то, что он считает нужным. Вот. Ни у кого не идти на поводу в следующем году. Да. И не клеить знак ше. Если кто-то не нравится, шли вон нахрен. Все. Я вот так считаю. Вот этот год должен быть такой. Че, имя не заезжает? Вот. А, он заехал, по-моему. Ну что, пойдем? Вот я сейчас обоссусь нахуй, хуя вообще, я сахар пиздец. Пойдем. Я хотел, чтобы ты что-то людям... Да я что-то хуею. Вот это новогоднее. Серджио всегда вам сделает настрой. Ребята, включил запись и выключили елку. Видимо, что-то одно может работать. Но давайте покажу вам хоть что там. Опа. Да, красота. Ну что я хотел сказать? Вот. Многие сейчас пишут, что Новый год уже не тот, что оливье можно готовить. Хоть каждый день, и уже нет такого праздника, ля-ля-ля. Но Новый год — это не жратва. Новый год — это позвонить друзьям, знакомым. Чуть не упал, и сейчас бы Новый год закончился. Башкой об лёд, как у некоторых. Нет, все будет в этом году класс. Так, позвонить знакомым, друзьям, сказать, с кем-то помириться, сказать теплые слова. Потом в семейном кругу посидеть спокойненько, послушать песни Любы Успенской и уснуть. Холодце. В любом случае, если вы даже не любите Новый год и относитесь к праздникам как-то холодно, в любом случае вы отдохнете. Отдых 10 дней или сколько там дается. Ну, а отдых в нашей стране — это праздник, поэтому с праздником и удачи. Но если вас и в Новый год заставляют работать, тогда увольняйтесь с этой атомной станции и давайте уже, ну, как-то... Так, поехал за сестрой на работу. Ох, езжу я сегодня, это ужас какой-то. О, привет. Привет. Ты 2 года работаешь, ты мне не сказала, в каком здании ты. Зачем я добежала полчаса всего? Ну, поедем. Подожди, у тебя автомат? Да. На педальке можно я за рулем? Ты все на механике. Ну, Новый год же. Ребята, конечно. Спортсмен. А вы там не отмечали Новый год? Все отмечали, нет, я совсем и не отметила ни копейки. Мало ли, просто, может, чуть-чуть. Такого никогда не было, как бы. Я их не забегал, там девки колодцем вот так не лежали, пьяные. Не было такого же ни 8 мая, никогда. Совсем. Ну ты посмотри, какую тут красоту-то навели. Ну-ка,
елочка какая, пасть может вот так. Елочка тут летом стоит. Что? Да. Садили даже твои знакомые, да, сейчас можно брать по полной. С учительницей решили прогулять уроку в втором классе. Пошли и посадили елочку. У меня командировка. Какое-то движение. 3 ночи, да, сейчас или час? Какое-то движение у вас такое московское. Ну так ты чего сейчас тут? Давай в шашки. Годом все вышло. Твоя машина, я могу быть в шахту. И как ты в командировке? Почему ты тут какие-то у тебя офисы? Вот это вот. У меня задание сейчас тут поставлю. А потом может? Прийти, что моя сестра была в ФСБ. В КГБ. В КГБ, возможно. Что-то, ребята. Нет, мы вообще с государством не связаны. Ну ты пока паркуйся, а я свяжу флаг Украины из этого. Готово. Ну давай, ребятам, как бы все, кто в этом году был у меня на канале, они людей поздравляют и говорят какие-то теплые слова. А если что, и дарят ведущему деньги. Не, ну скажи, ребята, просто. Ребята, просто. Ладно, я не люблю какие-то что-то такое конкретное желать, ведь у каждого счастье заключается в своем. В общем, я вам пожелаю быть счастливыми, пусть оно будет наполнено тем смыслом, который вы его вкладываете сами. Для каждого свое же. От души главное. Главное, что из души вылилось все на вас. А что уж там, ну, принимать вам это или нет, ну, как хотите. А ты не помнишь, я с сумкой пришла?